Это сложное число, так как содержит цифры с разными свойствами. Число 2 главное для чисел от 20 до 29, мягкое, податливое и зависимое от окружающих. Число 8 – магнетическая личность, привлекательная для противоположного пола. Сумма цифр 1 – это командир с энергией и инициативой. Эмоциональные особенности. Эти люди очень интересны, умны и чувствительны. Реагируют на окружение и обладают хорошим воображением. Они могут стать хорошими деятелями искусства. Они также очень амбициозны. В сердечных делах и в дружбе эти люди преданы и дружны. Они не навязывают себя никому. Они не доминируют, но хорошо знают, от чего хотят. Они мягкие и незлобивые, и им обычно легко убедить других. Очень умные, нуждаются в духовном стимуле. Отношения с ними должны быть в равной степени духовными и физическими. Если нет духовного общения, партнерам быстро надоедает. Сексуально это сильное число, и их партнеры должны быть сильными. Секс для них также важен, как и духовная и эмоциональная сторона, и избыток одного не заменяет недостатка другого. Гармоничные отношения. Эти люди обычно популярны и обладают влиянием на других. Они обычно добиваются своего, не будучи тиранами. Они искренне и преданы, сохраняют старых друзей и все время расширяют круг новых. У них хороший брак, но он для них основное в партнере. Если этого нет, они страдают, так как их ум столь же силен, как и тело. Счастливые числа 11, 20, 29, 17, 26, 10, 28. Враждебные числа 5, 14, 23. Счастливые даты 1, 2, 8. Счастливые дни – понедельник, суббота. Счастливые цвета – зеленый, белый. Счастливые камни – бриллиант, нефрит. Плохие месяцы – апрель, май. Болезни – гипертония. Недостатки. Этих людей могут не понимать. Духовные и нравственные качества часто ценят меньше, чем деньги. Если способности этих людей не признаны, они впадают в уныние и теряют уверенность. При противодействии наружу выступают неуверенность и пессимизм числа 2. Рекомендации. Это в целом уверенное число, но не выдерживает трудностей. Следует бороться с неуверенностью, что легко делать, обладая сильной личностью числа 1. Следует воспитывать в себе терпение. Когда люди не понимают, не следует со всеми сражаться. Лучше терпеливо выносить невзгоды. В конце концов, все образуется. Не следует объяснять свои действия всем, это ничего не даст.